25 августа состоялась первая в этом году педагогическая конференция в формате «Баркемп». Таким форматом называют полную свободу общения. Педагоги Донецка собрались подвести итоги прошлого года и обсудить предстоящий учебный год. Организатором мероприятия выступило Управление образования ДНР и методический центр администрации города Донецка. На конференцию было зарегистрировано 105 участников, из них не только преподаватели высших учебных заведений, но и представители различных образовательных и общественных организаций, родители самих учащихся. Кроме того, из них 5 участников из Москвы. На конференции были подняты вопросы о построении новой системы образования, которая станет надежным фундаментом в деле государственного строительства Донецкой Народной Республики. Сегодня у нас прошла, на мой взгляд, замечательная конференция, в которой приняло участие около 100 лучших преподавателей, директоров школ, методистов, родителей, учеников. Это те, кто неравнодушен тому, что происходит в школе. Это те, кто проявляет инициативу и творчество. Это те, кто понимает свою ответственность перед собой, перед родителями, перед своими детьми. Нам нужно учить наших детей. Нам нужно учиться вместе с нашими детьми. Нам нужно добиваться того, чтобы наши ученики стали лучше нас. И вот об этом сегодня у нас шла речь на нашей конференции. Очень высокий потенциал у участников сегодняшнего мероприятия. Вообще этот формат Баркемп, он достаточно необычен и, мне кажется, использован эффективно и в дальнейшем будет играть положительную роль, вот, если наши методические центры освоят этот формат и продолжат работу, в том числе и вот таким образом. Хотелось бы отметить участие всех педагогов, участие гостей города Донецка, москвичи были, которые поддерживают нас в это непростое время. Конечно, были расставлены акценты над некоторыми вопросами, с которыми необходимо работать, та же функциональная грамотность, да, вот это тоже актуальный вопрос сейчас, вопросы патриотизма, вопросы вовлечения детей в творчество, да, и педагогов. То есть тут очень были хорошие презентации, которые говорят о том, что у наших донецких педагогов это неформальный подход. То есть учитель действительно звучит гордо, это не только работа, профессия, но и призвание. Впервые мы проводили конференцию в этом формате, потому что для нас было важно собрать людей заинтересованных, и конференция проходила по принципам самоорганизации. Пришли те, кто посчитал важным для себя обсудить проблемы образования, наметить перспективы развития образования города Донецка. Мы попытались уйти от скучных докладов и неинтересных выступлений, поэтому у нас сегодня было много творчества, много интересных, ярких идей, которые позволят нам построить нашу новую школу вместе. Дети из учебных учреждений города Донецка, принявшие участие в мероприятии, продемонстрировали свои таланты, а именно зачитали стихи собственного сочинения, нарисовали рисунки и исполнили патриотические песни. На сегодняшний день, несмотря на военное положение в Донбассе, очень важно уделять внимание качеству образования молодого поколения в республике. Дарья Черничная, Дмитрий Русский, Новороссия ТВ.